інше поговоримо із Борисом Тізенгаузеном, політехнологом. Пане Борисе, я вас вітаю. Добрий день. Добрий день. Ось почули ми інформацію про те, що готують так званий прес-тур у багатостраждальний Маріуполь, там, де люди вже другий місяць лишаються просто в блокаді, без їжі, без води. Наші військові там у блокаді, а ось Кремль готує туди прес-тур. Як ви вважаєте, ну це ж виключно ось той контент, який вони туди привезуть, він буде для внутрішнього споживача, тому що весь цивілізований Захід, наші партнери міжнародні, ну вони не повірять в ту картинку, яку Кремль хоче привезти з Маріуполя, і як вони це хочуть подати для росіян. Краще б вони привезли туди бодай якусь їжу власне мирним жителям і погодили евакуаційні коридори, аби наші жителі просто вибралися із того пекла, в якому вони вже живуть там 2 місяці. Ну, я бы не стал недооценивать вот этот акт пропагандистский, mm-hmm. потому что не только для внутреннего пользователя, но и для достаточного количества симпатиков россиян в европейских странах в том числе, которые могут потреблять этот фастфуд пропагандистский, это будет сделано. Потому что, да, мы прекрасно понимаем, что разведка, например, она может опровергнуть большее количество того, что будет показано вот этой российской пропагандистской машиной, что факты, например, в эру цифровых технологий, в эру спутников, которые внимательно следили, в том числе и за Мариуполем, будет сложно что-то придумать. Но вот для этого, вы правильно сказали, они готовят условных псевдосвидетелей, вот этих распятых мальчиков и так далее. То есть российская информационно-психологическая операция, они, в принципе, на подобных штуках и основаны. И в свое время, в 2014 году они их довольно успешно применяли, потому что тогда еще и Russia Today работала с большим покрытием в Европе, и другие, и спутники, и другие российские медиа, и боты, и лоббисты российские. То есть они могли доносить тогда. Сейчас Украина успешно борется с российской пропагандой. Хранительной пропаганды в наступательную уже очень давно. И все то, что будет показано сейчас россиянами, естественно, оно будет воспринято цивилизованным миром как шоу, театр и так далее. Но, опять же, не стоит недооценивать, потому что мы прекрасно видим заявления некоторых европейских, в кавычках, чиновников, друзей Украины, которые ставят под сомнение санкции, ставят под сомнение поставки оружия в Украину и говорят разными российскими нарративами. Поэтому это для них пища. У них давно не было какой-то вменяемой, знаете, папки в руках с псевдофактами, которые они бы могли тихонечко подсовывать другим политикам европейским. Поэтому вот сейчас это может у них появиться. Но еще раз подчеркну, после того, что Россия сделала в Украине, доверия к российской пропаганде нет. И я внимательно следил пару дней за визитом господина Гутерреша и встречи его с Путиным, который ему на голубом глазу, прямо в лицо говорил, что в Мариуполе боевые действия не ведутся, там уже все тихо, мирно. И буквально в те же минуты, в те же часы бомбили Азовсталь, обстреливали с разных сторон. А сегодня господин Гутерреш посещает Бородянку, где ему прямо вот так вот показывают. Смотрите, что сделала Российская Федерация. Я считаю, что лучшая контрпропаганда, то, что сейчас делает наше политическое руководство, это персонально свозить европейских чиновников в Бучу, в Бородянку, в другие населенные пункты, где безопасно, где побывала российская армия, и показать им настоящих свидетелей, показать им настоящие свидетельства тех зверств, которые российская армия совершала. Пане Борисе, ну якщо російську пропаганду доволі легко спростувати, то от Сполучені Штати мають достовірні докази, що на Донеччині російські окупанти стратили українців, які намагалися здатися у полон. Такі дії є порушенням правил війни, заявила спеціальний посол США з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН. Вона додала, що якщо інформація остаточно підтвердиться, це буде свідченням порушення головного правила війни – заборони на довільну кару або поранення цивільних і комбатантів, які капітулювали.
Ну от що можете сказати про ці страти, і які фактично росіяни так вбивали полонених українців? По-перше, з якою метою? Вони ж банально, якщо вимкнути логіку, ні на кого їм буде обмінювати наших військовополонених, яких ми захопили у Росії в полон. Ну і чи дійсно Сполучені Штати можуть володіти, як вони кажуть, ось цими достовірними доказами і їх показати світу? Могут владеть, безусловно, могут. И тут разные подтверждающие факты, начиная от аэрокосмической съемки, заканчивая камерами и свидетельствами самих участников вот этих казней. Потому что периодически они тоже попадают к нам в руки и дают показания. Я думаю, доказательная база там будет. Единственное, что она собирается не так быстро, но я думаю, что она будет. А вот на вопрос, зачем они это делали? Вы знаете, когда я вижу кадры, когда российский танк расстреливает машину с двумя пожилыми людьми где-то на трассе Житомирской, то вопрос «зачем» для них не стоит, потому что они могут себе это позволить, и потому что они пришли и получили полный карт-бланш, в том числе от своего военного руководства, на мародерство, на изнасилование, на убийство, на пытки. Поэтому для них вопрос «зачем» не стоит. Достаточно послушать хотя бы часть переговоров вот этих, не знаю даже, как их назвать, военными, наверное, сложно назвать, убийц российских, которые разговаривают со своими женами, родителями, в красках описывают, как они тут убивают, мучают, пытают людей, заказывают друг другу, что же там украсть, намародерствовать в домах украинских. Поэтому это не люди, это звери, и они звери ровно потому, что их руководство это одобряет. И у них руководство такое же точно. То есть, когда глава Российской Федерации рассказывает всем, что он какое-то супероружие, да еще и ядерное, там еще какое-то применит, и перед этим рассказывает, что их задача установить мир. Ну, о чем там говорить? Это страна моральный урод. Страна, которая под прессом пропаганды превратила в моральных уродов все свое практически население. И посмотрите уровень поддержки Путина, несмотря на все зверства. Россияне прекрасно видели, что здесь происходит. У них есть достаточно каналов, где они могут почерпнуть эту информацию. Поэтому я думаю, что Россия, в принципе, как государство, она, ну, как минимум, это она должна быть изолирована. Дальше Россия должна лишиться ядерного потенциала. Это вот больше не было возможности постоянно угрожать всему цивилизованному миру. И когда говорят, что в России может прийти какой-то демократический правитель через какое-то время, скинуть Путина, я не верю. Система, которая сформировала десятилетиями вот всю эту российскую верхушку, это система, конгломерат олигархов и КГБшников, силовиков. Кого эта система может породить еще, кроме как второго Путина? Да никого. Пане Борисе, ну і в продовження теми, в Україні працюють над книгою «Катів» – збірником відомостей про кожного військового злочинця Росії, причетного до війни та звірств на території України. Досліджується, перевіряється та верифікується величезний масив інформації. Згодом він буде доступний, кажуть, на Банковій. Давайте послухаємо. За координацією Офісу Президента спільно з органами досудового розслідування, розвідувальними органами, та Мінцифри проводиться щоденна робота з підготовки книги «Катів» – збірника відомостей про кожного військового злочинця Росії, причетного до війни та звірств, які вчинялися та вчиняються на території України. Досліджується, перевіряється та верифікується величезний масив інформації, який згодом буде доступний нашим громадянам та всьому цивілізованому світу. Пане Борисе, ну ось наскільки імовірно кожного російського військовослужбовця, який вчиняв на території України якісь протиправні дії, власне, геноцид, занести в ось цей реєстр, щоб там був повний список ось цих катів, і яка на них чекатиме доля? Инициатива очень правильная, очень правильная. Насколько возможно их всех туда перечислить? Возможно. Тем более, если мы берем, например, в расчет, что стояла какая-то бригада в Буче, и
Ну и давайте тогда, списки-то эти все есть уже давно. И хакеры их, и у нашей контрразведки есть, у службы безопасности, поименно, кто в эту бригаду входил. Вот. И тогда давайте не делать исключений. Вот полный состав этой бригады виновен в тех зверствах, которые в Буче произошли. Я рассчитываю, что в дальнейшем вот эта книга палачей, эти списки, они должны стать основанием для того, чтобы этих россиян, чтобы не дать, где-то вот они выехали за границу отдохнуть, они же иногда это делают все-таки, на какой-то курорт, например, Египет, Турция, там, не знаю, или еще куда-то. И этого человека идентифицируют и сразу же берут под стражу, учитывая международное сотрудничество и по линии Интерпола, и по другим остальным линиям. То есть эти люди должны навсегда быть заперты в своей Российской Федерации, которая из-за санкций будет медленно, а я надеюсь, быстро погибать, и возможности сбежать у них оттуда не должно быть. И в том числе, наверное, определенные санкционные параметры должны быть применены и к семьям, в которые они отправляли наворованное, награбленное имущество из Украины. Пане Борисе, окрім усього, от, наприклад, Блінкен заявив, що Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по військових об'єктах Росії. І от, зокрема, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна захищатиметься в будь-який спосіб, зокрема, ударами по складах і базах убивць. От чи не має це вигляд як анонсу якихось нових вибухів на військових базах російських недалеко від українського кордону? І чи, власне, на вашу думку, коли і чи взагалі настане етап, коли ми будемо у відповідь гатити по ось цим базам, по ось цим складах убивць, які розташовані на території Росії, Білорусі, так званого Придністров'я? Ну, давайте Приднестровье пока не будем трогать. То есть там пока контингент российский стоит, конечно, в количестве 1700 человек. И склад, один из самых больших реактивных и артиллерийских снарядов, находится. Но мы пока не имеем права без согласования с Молдовой проводить никаких операций. Ну, давайте так прямо скажем, потому что это будет козырь как раз для тех наших недоброжелателей, которые сразу же скажут, да, Украина это страна-агрессор, на чужую территорию суверенную посягнула, и давайте им не давать оружие. То есть Приднестровье пока за скобочки выносим, но внимательно наблюдаем. Сбивать над нашей территорией российские самолеты, которые летят туда, транспортные, какие-либо еще, пожалуйста, это мы можем. Вот. Что касается атак на российскую территорию. Россия, кстати, еще 2 месяца назад и не помышляла, что такое может произойти, что война может перекинуться прямо на их конкретную территорию, и они там объявят какую-то мобилизацию, начнут проводить скрытую. Поэтому это прекрасно, что мы, наконец, имеем такое оружие. Здесь же фактор в чем? Чтобы стрелять далеко и точно на такие расстояния высокоточным оружием, это высокоточное оружие нужно иметь в арсенале. Учитывая те анонсы и то, что уже поставляется нам, можно говорить с уверенностью, что такое оружие у нас частично есть, а скоро будет в достаточном количестве. Поэтому рассчитываем на то, ну, как говорят наши чиновники, не нужно курить на складах, оно само там пока взрывается, причем очень неплохо взрывается. Поэтому я думаю, я бы все-таки комментарии того, что взрывается на российской территории, отдал официальным нашим ведомствам, которые прекрасно понимают и с военной, и с дипломатической точки зрения, как эту информацию нужно подавать. Пане Борисе, ну якщо вже заговорили про невизнане Придністров'я, досить така гаряча тема останніми днями. Росія, як бачимо, хоче втягнути Молдову в оцю війну. Як ви вважаєте, які можуть бути ймовірні сценарії продовження ось цього всього, що відбувається? Наскільки ймовірно, що той російський контингент, який перебуває на невизнаному Придністров'ї, може доєднатися і, власне, проводити якісь агресивні дії проти України? Росія рассчитывает на этот сценарий, что Приднестровье втянется, пусть и в такую, может быть, не активную войну, но как минимум станет со стороны Приднестровья дополнительная угроза для сдерживания наших вооруженных сил на этом направлении. А, скажем прямо, наши вооруженные силы сейчас больше, наверное, нужны на
там, на восточном направлении. Поэтому да, Россия на это рассчитывает, но есть у меня сомнения. Объясню почему. Как только начались теракты на территории Приднестровья, наши спецслужбы сразу же заявили, что это теракты, это дело рук Российской Федерации для раскачивания обстановки в Приднестровье. Вот как только это все началось, тысячи жителей Приднестровья начали выезжать с территории, понимая, что какая-то мобилизация возможна. Они не хотят там воевать. Они не хотят и не понимают, зачем. Ну, плюс у Молдовы армия примерно соизмерима. И госпожа Санду признала это, что они не готовы оказались вот к такому сценарию. Они свою армию не развивали. Будет им уроком. Поэтому 1700 человек россиян, ну, там даже не совсем россияне, там те жители Приднестровья с российскими паспортами, которые понимают, что вот послужив в этом контингенте, они получат какое-то обеспечение и так далее. Поэтому там ротация не проводилась долгое время командного состава, потому что российские военные не могут туда просто-напросто въехать. Молдовские пограничники часто выявляли таких военнослужащих, которые в качестве туристов заезжали, и отправляли, разворачивали их обратно. Поэтому ротация не проводилась. Оружие там, мягко говоря, лежит давно. Учения, за редким исключением, если мы танковую группу не берем, не проводились. Поэтому эта армия крайне небоеспособна. России для того, чтобы атаковать с территории Приднестровья, нужно усилить контингент, нужно перебросить туда свои боеспособные какие-то части, чтобы они там это все, эту кашу начали заваривать. Поэтому Молдова сейчас внимательно следит за ситуацией. Буквально час назад я видел, как колонны армейские со стороны Румынии движутся в ту сторону, тоже понимают, что и тут позиция Румынии будет важна. На секундочку, Румыния член НАТО. Поэтому я думаю, что вот какое-то полномасштабное вторжение со стороны Приднестровья навряд ли. Но здесь важна позиция Молдовы. Это ключевой вопрос. Поэтому наблюдаем, да, неприятно, конечно, и такой сценарий проговаривался, что возможно сдерживание довольно, ну, приличного количества наших войск на том направлении. Но следим, смотрим, и я сомневаюсь, что у жителей Приднестровья вообще хоть какой-то есть вариант и хоть какая-то мотивация пойти и за что-то просто-напросто умереть. Потому что конфликт заморожен уже больше 30 лет, и они себе стабильненько там устроились, живут с тремя паспортами и горя не знали. А сейчас их затянут на какую-то непонятную войну, непонятно за что. Хотя у Молдовы появился исторический шанс наконец решить вопрос Приднестровья. Пане Борисе, ну що ж, будемо далі слідкувати за цією ситуацією. Дякуємо вам за думку і за те, що долучились до нашого ефіру. Борис Тізенгаузен, політехнолог, був із нами на прямому зв'язку. А тим часом Офіс Президента опублікував презентацію.